еще у нас А, на эту интересно его. карту сунуло. Там вот этот островок все портит. Которые, которые прямо или которые левее? Нет, который вот прямо, который на точке С прямо. Ну что, за ним ничего не видно, ну это да. И торпеды я тоже там туда ничего не вижу. Самое такое, видишь, допустим, на эсминце можно вот такому камушку подплыть, встать за ним. И там по барабану, гапом тебя светят, РЛС-ки тебя светят, тебе никто ничего не сделает. Ну, кроме АИК, допустим, да, и ты точку берешь. А на подводной лодке так нельзя сделать. Я за ним спрячусь, меня будут светить, на меня будут клубинки. А они покидаются, ну, как это. То есть, вот, мне вот такая техника захвата не подходит. А у тебя 5,6 же за стоит вроде, да? Да. Как я прыгаю, да? Сейчас торпеды наверняка придут. Не знаю, я их зафиксирую. А у меня еще. А, ну все, откатились, блин. Вот. Да. Ныряй. Оп, молодец. Ну, точку взяли уже хорошо по сегодняшним временам. А, да. Пускай они ее теперь отбивают. Ну, блин, Герик там зовут. Ну я сейчас светану его. А, что толку? Ты его убивать? Да. Опа, ну да, стрелять некому. И я ушел. Ничего страшного. Все, мне как лоху напароваться на торпеды, блядь. Мелочь, а приятная, блядь. Представляешь, какая я сволочь, блядь. Фига себе мелочь. Чуть целого эсминца видит. Я уже был готов. Я 3 вера на него потратил, на этого гада, блядь. По барабану. Да нет, да я шучу. Я как вспомню, что меня на Сомерсе тогда подловили, блядь. На. А, творим кушу, я думаю, куда? Подожди, это он кому пишет там. А у тебя что, видно, что кто-то пишет? Да он в чате отряда кто-то что-то пишет, блядь. Долбоёбы, блядь. Все, кто рядом, захватывай точку. Ну, это явно не нам. Это он спрашивает. Ну, бля, это придурки. Но. Уже даже не интересно, блядь. Смотри, блядь, мы продавили. Внимание, к нам Шерман пришел, блядь. И это Минотавр, блядь, герой мы. Кирзач наконец-то пошел вперед, блядь. Ай, блядь. Сука, за островные эти ребята, блядь. Угу. А Йова вот идет, упарывается, смотри. Да. Я уже пустил. Этих-то мы не догоним, блядь. Я догоню.
я точно не догоню, по крайней мере, мне торпеды вообще не... Может быть, я и достану их, перекрою, блядь, и арт-огнем, и прочим-прочим, но вот... У тебя, если раскачать скилл, ну, там есть в инвизе, типа, скорость больше. Я не прокачивал это. Ну все, она вот в ворот ушла, блядь. Ну вот я и промазал, блядь. Ну и все, побежали. Как обычно. Угу. Сколько она едет и до смерти может? Только мясо и все мимо. Ну да. Концентрировать огонь на указанной цели. Внимание, передаю координаты цели. Блять, по Айове мажут, это вообще капец, блядь. Не, вообще не понимаю, в кого они стреляют, если, блин. Ну, все полы. Опять промазал. Наконец-то добрали мы. Захватить указанную точку. Захватить указанную точку. В ремке, что ли? Падаем в ремке. Указанную точку. Ну, неплохо. Да, ё-моё, снайперы. Союзники, захватываем точку. Упс, я на отход, мне Айова не нравится. Давай выходим. Меньше народу, больше кислорода. Согласен. Блин, они как раз почти. Ой, Линку, переремку. Не попаду. Да блять, что за жизнь? Опять Айову сейчас заберут. Кто это такой там пристрелялся там, блять, умный, блять. Да ну нахер это, блять, не игра, блять. Наша команда получила преимущество. Слава, убегайте. Слава, убежит, у меня не хватит торпеды. Ну, мои перед ней проходят и за ней. В смысле, убили ее, что ли? Нет. Ее просто не видят. А. Ну, мы не видим. Девайс стейшн.
чё шёл, зачем шёл, блядь. Ну, не хотел отдать. Попадаешь, да? Очень много надеюсь. Не попадаю. Одна зашла. Полный в руки. Двинулся, ушел. Так, блядь, попал в девастейшн, блядь. Шука, один живой, могу. Торпеды мимо, короче. Венеция еще ползет сюда. Опа, ну. Вот это поворот. Сейчас я буду огребать. Где успешненько выжил, по-моему, 2000 был. Ну, отхилился, да пошел дальше. Где наша автомобиль? Что-то вроде много было. Хрен их знает. Вон они так, мы фланг продавили, они за нами выстрелились. Вроде фронт давят так. Вот из 6 торпед заходит одна. И они еще плачут, потому что, блин. Читеры и все такое. Ладно, нормально, сыграно. Лама, Монтана. Монтана. У меня воздуха нету, батареи нету, короче. Стоят. Бала. Так, пауэр. Я до них не стою. Прокатили по карте что-то. Ну, он действительно километра на мат. Неплохо, третье место. Угу. А сейчас плановые бои новые уже идут. Да, они только закончились, по-моему. Я не смотрел. Кажется, закончились только. Или осталось 2-3 дня. Что-то типа такого. 1794 у меня. Бронзовую лигу хотя бы пройти.